С момента своего появления в 2016 году Севастопольское отделение детско-юношеского движения «Юнармия» регулярно участвует во всевозможных акциях, повышающих уровень подготовки своих воспитанников. В этом году появился новый формат региональных встреч, который надеется развить и сделать традиционным. Учебно-методический сбор прошел на базе Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Павла Степановича Нахимова. Конечно, выходя на такой уровень, нам необходимо повысить качество методического образования и упорядочить, выработать единство взглядов среди всех наших активистов. И с этой целью этот учебно-методический сбор и проходит в течение 2 дней. Кроме этого, здесь ребятам будет предложено и показательное выступление артистов. Учебно-методический сбор начался с торжественного выноса флага детско-юношеского движения «Юнармия» и награждения особо отличившихся воспитанников. Также с приветственным словом выступила принимающая сторона. Мы это сегодня все являемся свидетелями настоящего сегодняшнего дня, как наше молодое поколение готовится стать настоящими защитниками Родины. Я желаю вам удачи. Обменяться богатейшим опытом, который у вас уже есть. И мы это прекрасно видим со своей стороны, как черноморцы, проводя с вами определенные мероприятия. Мастер-классы проходят под руководством курсантов училища имени Нахимова. В программе тактические уроки, строевая подготовка и оказание первой медицинской помощи. Участников 115, команд 8. Среди них командиры и кураторы юнармейских отрядов. Командиры и заместители юнармейских отрядов у нас избираются из числа школьников, а кураторы юнармейских отрядов назначаются приказами директора по согласованию с региональным отделением из числа администрации и педагогического состава образовательных организаций. После торжественного открытия учебно-методического сбора юнармейцы приступили к практической части. На мастер-классах им демонстрировали, как правильно держать в руках автомат, как его перезаряжать и занимать удобную позицию, как пользоваться рацией, надевать бронежилеты и оказывать первую медицинскую помощь. В дальнейшем командиры отрядов юнармии смогут передать полученные навыки выпускникам севастопольских колледжей, которые призываются в ряды вооруженных сил. Они нуждаются в дополнительных навыках допризывной подготовки, начальной военной подготовки, оказания первой помощи, умение действовать в разных сложных ситуациях. Это связано с такими элементами, как школа выживания, туризм, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, сердечно-легочная реанимация. Ну а также действия в составе тактических групп в бою, что мы отрабатываем в ходе игры в лазертаг. Всего в рядах Севастопольского отделения юнармии сегодня более 13 тысяч участников. 2736 присоединились к движению только в этом году. Для ребят учебно-методический сбор – это не первое масштабное событие в 2022-м. До него юнармейцы показали себя в яхтенном походе «Паруса памяти», в сборах юнфлота и соревнованиях «Юный водолаз». Мария Легина, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.